Ава и ее демон. Эх, временами, Ава, временами приходится притворяться, словно ты последняя, кто еще верит в свои слова в этом мире. Иногда лишь твоя уверенность в своих словах может стать самым сильным аргументом в споре. Даже если ты делаешь это через силу, ты сможешь притвориться сильной и уверенной в своих словах девочкой для меня. Хотя бы ненадолго, Ава? Я попробую. Умница. И к тому же, посмотри на всю эту невероятную мощь, что я даровала тебе. Я уверена, ты успела уже опробовать часть этих сил. Ну да, что-то я сомневаюсь, что они могут впечатлить хоть кого-нибудь. Ну, может, пока да. Но разве ты не видела флаконы в книге, что я тебе дала? А? Вижу маленькие бутылочки. Выпьешь одну из них, и вся та сила, что дремлет внутри тебя, о существовании которой ты даже не подозревала, вырвется наружу. Я дала тебе несколько, но, думаю, даже одной тебе хватит на всю жизнь. Советую приберечь их на черный день. Помни, не стоит недооценивать силу адептов. И это говорит тебе не абы кто, а сама лично я. Самая сильная Винджес по эту сторону вселенной. Самая сильная кто? Винджес, дурында, расу мою так зовут, ясно? О, простите, извините, ваше высочество. Твои воины, они все тоже были Винджес? Только Педри. Остальные были представителями других рас и правили ими на своих планетах. И их внешний вид, как и вид их рас, был крайне отличен от моего. По крайней мере, настолько, насколько мне позволяет утверждать это моя память. Если решишь, что нашла одного из них, прежде чем что-либо предпринимать, обязательно сперва свяжись со мной. Эй, Брася, а твои воины, они любили тебя? Что? Конечно, они любили меня! Что за дурацкий вопрос? А те, кто меня не любил, не прожили дня моего правления на троне! Ясно? Я просто хотела узнать, поможет ли упоминание твоего имени привлечь твоих воинов на нашу сторону? Или они тут же разбегутся в ужасе? Мои воины обожали меня! Ава, ты там в порядке? Эй, Ава! О, только не говорите мне, что она потеряла сознание. Они были готовы поклоняться земле, по которой я ступала. Слышишь меня? Это существо точно потеряло, как только допила бутылку. О нет, так вот что этот напиток делает, если его выпить. Гил, если мы не отправимся в ближайшее время, то я сомневаюсь, что мы успеем вовремя добраться до штаб-квартиры и получить твою лицензию доктора. Такими темпами ты точно упустишь свой шанс попасть в мединститут Титана. Но если уж благополучие наших гостей настолько важно для тебя, ты всегда ведь можешь подождать и получить лицензию в следующем году, да? Неви, клянусь мечом Титана, сегодня я получу мою лицензию, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. Ава, даю тебе 5 секунд, чтобы открыть дверь, или мне придется к тебе вломиться силой. Раз. Два. Три. И пока я не забыла, Ава, потеряешь ключ, и нам обеим хана. Окей, как скажешь, покедова. Блин, сломала. Какое горе. Ладно, пора мне сыграть в прятки с кучкой мертвых пришельцев. Ну за что я себя так ненавижу? Зачем? Я каждый раз тешу себя надеждой, что мой следующий выбор сделает мою жизнь лучше, если в итоге выходит, как всегда, только хуже. Ава, ты такая дура! Разлететься звездной пылью по космосу было бы самым лучшим выбором в твоей жизни. Adventure.